Слушай, интуиция мне подсказывает, что вот если я вот сюда буду копать, я прокопаюсь в какое-то интересное место, в какую-то... Вот тебе интересное место. То есть здесь сплошные лавовые озера идут. Так, вот смотри, здесь что. А здесь у меня, видимо, уже, мне кажется, какая-то знакомая мне пещера. Так, здесь достанем лопату. Гравиевич. Подожди. Мне просто интересно, вот здесь же он, смотри, светится, да? То есть вот это что? Опять произошло объединение. И это прекрасно, что оно произошло. То есть я вот здесь вот шел. Так, давай мы тогда всю эту вот эту всю трихобудию уберем. Я этот гравий не очень люблю. Также думаю, так же, как и вы. Тем более он еще имеет привычку тебя заваливать. И давай посмотрим. Все здесь расчистим, чтобы все понимать. Потому что мы пришли к объединению. Там дальше у меня уже висят факелы. Так. Не знаю, конечно, может быть, не стоит прям такой объем тут забирать. Ну, выберемся потом, не страшно. Так, вот это все, видимо, тоже у меня этот... Нет, а кто это? Блин, смотри, что творится. Вот, видишь? То есть я специально вот это все сейчас заголяю, чтобы тут все просматривалось. Давай сейчас здесь положим лестницу. Вот так вот, смотри, да? Вот так я тут шел-шел по этому туннельчику. И вот я пришел, считай, что как бы в некую залу. Вот так, да, я пришел. И вот я пришел. Бернард шел. Кирдык. Но мы это еще доделаем. Все это убираем. И сейчас мы поймем, где нам лучше сделать лестницу. Вон, видишь, тут уже что? Пол-то какой хороший. Это все я делал. Вот это тут лава. Так, в лаву бы мне не упасть. Да. Ну так что тогда? Давай так заложим ее маленько. Нет, вот так, да. Ну вот. Ну и тогда чего? Делаем здесь парадную лестницу вот сюда. Втыкаем. Блин, подожди. Ну, так, посерединке прям, чё. Тут так, вот здесь. Так, это здесь у нас будет. Нет, вот не так, вот так, чтобы была ступенька. Следующая ступенька здесь. Следующая ступенька здесь. Прекрасно. И сейчас посмотрим, куда мы вылезли. Вылезли мы, естественно, в шахту. Так, месторождение, месторождение. Все это надо собирать. Абсолютно необходимо. Собрали, да? Смотри, какая тут длинная получается лестница, да? Все повышается и повышается.
Так, месторождение тоже выбираем. Все, выбрали. Ну и давай, получаем удовольствие теперь. Кладем лесенку. Лестниц очень мало уходит, надо отдать должное. О, блин, не той стороной, вот знаешь. Так. Ну и здесь смотри, чего получается. Энергорельс пока уберем. Булыжничек поставим. Ну вот так. И здесь мы прорубаем. О, хорошо. О, так. Ну и все, вот мы и поднялись. Достраиваем ее. Отлично. Куда мы пришли? Вон наш тут все ориентиры. Там мы потом уже сориентируемся, прекрасно. Здесь еще один свет воткнем для... Так, вот у нас сплошная лестница идет. Так, давай вот такую сделаем здесь. Из факелов, чтобы понимать, что у нас вот здесь сюда спуск. По-моему, хорошо.